друзья, всем привет! Мы находимся в поселке Ходаренко. Сейчас идем гулять в Кашотское лесничество, пройдем леса, пройдем реку Свень и выйдем куда-нибудь в красивые места, я вам все обязательно покажу. Сейчас мы идем по Ольховскому переулку. В годы войны здесь проходила железная дорога, и сейчас тут дорога просто для машин. Машины ездят. Нам сейчас, значит, нужно пойти вот сюда, обойти озеро вокруг, пойти по вон той дороге, пройти туда и по прямой вон туда прямо в лес. А вот мост через реку Свинь, насколько я понимаю. Здесь она вытекает из пруда и течет туда дальше и впадает в Десну. Хотя, если посмотреть поближе, это не очень похоже на реку. И сейчас мы идем по такой дорожке. Это, как я понимаю, рукотворная дамба. Она вот образовала вот этот пруд. А с другой стороны непонятно, то ли болото, то ли какой-то лес такой. Друзья, вот мы все-таки пришли к настоящему мосту, с которого начинается река Свинь. Потому что это было просто какое-то непонятное болото. И вот мы видим уже что-то похожее на реку. Вот я вместе с вами узнал о том, что, оказывается, есть два моста. У пруда. Пишите комментарии. С вами только что повернули к лесничеству, и сейчас направляемся по прямой в лес. Смотрите, какая красотища открывается опять. Интересно, что это за холмы такие, как они здесь образовались? Тут вот несколько штук. Сейчас даже с вами заберемся на один из них и посмотрим, какой вид откроется. Если кому-то нужны шишки, приходите сюда. Посмотрите, сколько их здесь. Да, интересное место. Но нам нужно вон в ту сторону, когда ребята идут. Снова вышел на правильную дорогу, мы идем дальше. Солнышко сегодня хорошо греет, идешь прямо так тепло. Надо, наверное, раздеться, как думаете? Мы идем по дорожке и до сих пор идем. Видимо, уже начинается лесничество. Появились дома, которые я видел по карте сверху. Еще все, смотрите, тут даже есть таксофон. Можно позвонить. Слышите, даже есть звук. Это рабочий таксофон. Уже 100 лет их не видел. Даже есть колодец. Офигеть. Собачка радуется жизни. Что это? Ладно, отдыхай, я пойду дальше. Так, мы сейчас идем по прямой и прямо до железной дороги. Там будет большая развязка. Как она там правильно называется? Ну, в общем, сейчас вам покажу. Стас Михайлов, он даже до сюда добрался. Начинается уже более лесная тропа. Лесничество остается позади.
Друзья, вот вы не хотите писать, я вам в каждом видео говорю, пишите в комментарии новые места, куда бы мне сходить, что заснять, что вам показать, если интересно что-нибудь в Брянске. Сейчас идешь и очень пахнет хвоей, прямо такой аромат стоит. Вот я буквально, смотрите, как вам покажу сейчас. Идешь по лесу, тебе бац, на встречу собака попадается. Ты чей, песик? А песик, ты чей? Сейчас с вами идем, подходим к южной развязке. И там какие-то дома еще, то ли это деревня, то ли люди живут. В общем, вот мой новый друг. А вон уже, вы, наверное, слышите, поезд едет. Смотрите, я попал вообще в какую-то деревню. Такие страшные старые дома. Пока никого нет, только одна собака. Но раз есть собака, значит, есть люди. Хотя, если посмотреть на вот этот домик, мне кажется, тут никого вообще нет. Тут люди живут. И мы с вами вышли на станцию какую-то. Сейчас посмотрю точное название. Наверное, это южная развязка. Друзья, короче, посмотрел, это непонятно что. А вон, если мы сейчас пойдем в ту сторону, вот против солнца я иду, то мы подойдем пост Брянск-Южный. Такая станция. И сейчас мы попробуем пройти вдоль железной дороги и выйти к Свене транспортной. Очень яркое солнце сегодня. Работают люди на поездах. А вот она. Это, как это называется, пост Брянский Южный. Поезд, ребят, он еще очень медленно едет. Наконец концовка, как я долго ждал этого момента. Вот, а нам нужно куда-то вот сюда. Так, обязательно смотрим направо, налево уезжающий поезд. Так. И мы выходим, смотрите, у нас тут остановка первого вагона. Это у нас пост Южный. Вот, ребят, мы дошли, смотрите, до какого места экзотического. А если правильно, то пост Брянск-Южный, а не просто Южный, как я сказал до этого. Мне кажется, мы вряд ли куда-то уедем отсюда. Потому что он находится немножко в стороне от Брянска, и все основные направления, они как раз проходят с другой стороны от Брянска. А тут даже не знаю, что здесь вообще ходит. Ну, только я, наверное, и хожу. Ладно, все посмотрю. Короче, не посмотрю я, тут интернет очень ужасно ловит. Так что мы сейчас пойдем в ту сторону. Для вас правильнее будет показать вон в ту сторону. Сейчас пойдем к Свене транспортной, а там сядем на маршрутку и поедем в Брянск. Знаете, еще прикол. Все в такой небольшой паутине. Какие же у нас все-таки места красивые, да? Лес, природа, птички поют. Если надоело солнце в глаза, можно так встать и идти, идти до следующего столба. Что теперь мне предстоит долгая дорога впереди. Слышно, как где-то вдалеке шумят поезда.
поездов. Я пока временно ушел с железной дороги, потому что там надвигается очередной, как это сказать, тяжеловес. По дороге, по которой мы сейчас только что с вами шли. Ладно, мы пока пойдем дальше. Он тут бесконечный опять. Ну все, последний вагон. Кому-то везут что-то. Вот, видите? Посмотрите, какая красотища опять. Что не лес, то шикарный вид. Я почти дошел до Свени транспортной. Уже закат. Последние лучи освещают сосны. Вон в той стороне находится Брянск. А Свень транспортная вот сюда. И попробуем сейчас на что-нибудь уехать. Сесть и уехать. Ну что, вот я оказался на остановке Свень транспортная. Всем спасибо за то, что досмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, а я поехал домой. Я решил вызвать такси, потому что отсюда фиг уедешь. Будет маршрутка 103 в 21.06. Она только выйдет со Свени и едет сейчас сюда. Но это будет только через час, так что я вызвал такси и жду.